Керчи, старший лейтенант внутренней службы Миловидов Илья Владимирович, начальник 16-й пожарно-спасательной части. С наступающим Новым годом всем! Спасибо! Радость государству – настоящее богатство. Их воспитывать должны, как надежда для страны. Долго жизни нас встречат и тайнами все увлекает. Мы с честью путь не пойдем. Россия, мы не подведем. А почему? Да потому, что с нами всегда рядом отважные родители, отцы и наши мамы. Семья – это радость, тепло и уют. Семья – это дом, где тебя сюда ждут. Мы знаем, со смены вернёшься сюда. Мы вами гордимся, вам нашим ура! Спасатели России нужны и тут, и там. Спасатели России не сгоды пополам. Спасатели России отпор ведь не дадут. Нигде не подкачают, нигде не подведут. Спасать людей – не думать о себе, ведь каждая минута дорога. И со стихией быть всегда в борьбе, такая у спасателя судьба. Каждый день с собой рискуем, часть на помощь поскорей. Не боясь, не паникуя, вы спасаете людей. Перед вами преклоняюсь без напыщенных преград. Вдохновенно поздравляю с Днем Спасателя мы вас! Вы спасатели страны, очень лодки не нужны, ваши дети.